Республика примет участие в федеральном проекте «Каждый день горжусь Россией». Подробности обсудили на очередном третьем заседании молодежного парламента, который станет куратором проекта в республике. В рамках проекта по всей России, в том числе и в Осетии, проведут мероприятия по патриотическому воспитанию. Ближайшим станет тестирование по истории Великой Отечественной войны, приуроченное к 9 мая. Ответить на вопросы смогут все желающие. К великому празднику молодежный парламент проведет и другие мероприятия. Также одним из ключевых пунктов повестки дня стал вопрос о внесении изменений в градостроительный кодекс России. Предполагается ужесточить требования к выдаче разрешений на перепланировку нежилых помещений многоквартирных домов. Этот законопроект стал первым у третьего созыва молодежного парламента. Далее его рассмотрит парламент республики.